«Подчеркиваем нашу готовность играть конструктивную и ключевую роль в укреплении региональных связей», заявил министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахян в своем выступлении на конференции по диалогу в Тегеране. «Я подчеркиваю и настаиваю на необходимости сохранения существующих геополитических линий в Кавказском регионе», сказал Абдуллахян. Российские военные, которые прибыли в Беларусь в рамках создания региональной группировки войск, проведут батальонные тактические учения. Минобороны РФ заявили, что российские военные на полигонах в Беларуси продолжают курс интенсивной боевой подготовки. Окончательную характеристику боеспособности и боеготовности подразделений командование даст на завершающем этапе слаживания после проведения батальонных тактических учений, говорится в сообщении военного ведомства. Большинство блокировавших дорогу Степанакерт-Курист граждан Азербайджана являются бывшими или действующими сотрудниками спецслужб, говорится в сообщении Генпрокуратуры Арцаха. Поднятая экологическая проблема используется только как способ оправдать собственные действия и придать им здравый вид. Цель Азербайджана – подорвать основы экономики Республики Арцах, отмечается в заявлении. В ходе двухдневных сентябрьских боев армянская сторона потеряла убитыми 224 человека. Процесс идентификации тел полностью завершен. Об этом «Фактор ТВ» сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Гор Абрамян. Как минимум 11 человек были убиты в азербайджанском плену. У армянской стороны есть также трое пропавших без вести. Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 21 декабря отправится с визитом в Турцию. Как сообщают азербайджанские СМИ, в турецком Кайсери состоится 9-я по счету трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии. По моей информации, эти грузоперевозки были не гуманитарной помощью для жителей Арцаха, а предназначены для нужд российских миротворцев, заявил советник государственного министра Арцаха Артак Бегларян, проводящий бессрочную сидячую акцию перед ереванским офисом ООН. Он попросил уточнить эту информацию у правительства Арцаха и российских миротворцев. В аппарате государственного министра Арцаха «Фактор М» сообщили, что власти Арцаха не располагают информацией о передаче гуманитарной помощи населению Арцаха через российских миротворцев. В Брюсселе в офисе немецкой делегации в Евросоюзе с открытой повесткой дня и без предварительных условий прошла тайная встреча директора дипломатического офиса премьер-министра Греции Анны Марии Бура с представителем президента Турции Ибрагимом Калыным, сообщает Greek Reporter. Сообщается, что на встрече присутствовал Йен Плетнер, дипломатический советник канцлера Германии Олафа Шольца. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась прокомментировал, почему ОДКБ не направила войска в Армению и не помогла деоккупировать суверенную территорию Армении. Он предложил подумать о том, что было бы, если бы ОДКБ направила войска в Армению. Нужно понимать последствия таких шагов, вплоть до развязывания региональной войны с участием нескольких государств, заявил Зась на онлайн-пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года. По его словам, предлагаемые решения адекватны и сбалансированы. Он также выразил свое несогласие с утверждением о том, что ОДКБ пытается отвернуться от Армении. Председатель парламента Армении Ален Симонян подал судебный иск против полковника запаса Володи Ванисяна. Об этом сообщает судебная информационная система DataLex. В беседе с «Фактором М» представитель Симоняна Давид Унанян подтвердил, что поводом для подачи иска послужили высказывания Ванисяна в адрес Симоняна во время пресс-конференции. МИД Азербайджана ответил на призыв МИД Канады открыть Лачинский коридор, назвав его предвзятым. Было бы правильнее, если бы Канада поддержала мирный процесс, призвав Армению прекратить злоупотребление Лачинской дорогой для незаконной военной и экономической деятельности, включая транспортировку и установку мин, произведенных в Армении в 2021 году, говорится в ответной записи МИД Азербайджана в Твиттер. Сегодня при посредничестве Красного Креста из Степанакерта в Армению был переведен гражданин, нуждающийся в медицинской помощи. Информацию в беседе с «Фактором М» подтвердила руководитель коммуникационных программ делегации Международного комитета Красного Креста в Армении Зара Аматуне. Отметим, что вследствие блокирования Азербайджаном единственной дороги, связывающей Арцах с Арменией, плановые операции в медицинских учреждениях Арцаха прекращены. Около 30 конгрессменов США во главе с Адамом Шифом направили письмо президенту США Джо Байдену, в котором призывают его предпринять решительные шаги для обеспечения безопасности армянского населения Арцаха. Коллегам присоединился также Фрэнк Полонне.
На должность вице-премьера Армении будет назначен Тигран Хачатрян, который до сих пор занимал пост министра финансов. Об этом в ходе заседания Совета Безопасности сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. На должность же министра финансов будет назначен Багео Аванесян, который занимает должность заместителя Минас. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в записи в Твиттер коснулся факта блокады Азербайджаном Лачинского коридора. 8 дней Лачинский коридор заблокирован Азербайджаном, а народ Нагорного Карабаха в холод остался на дорогах. Семьи оказались по разные стороны блокированного участка. Граждане, имеющие серьезные проблемы со здоровьем, лишены лекарств и медицинских услуг, написал премьер. Напомним, что из-за блокады Лачинского коридора 1100 граждан, 270 из которых несовершеннолетние, не имеют возможности вернуться домой.